Вот такие подземные парковки в Финке, в торговых комплексах. Это минус 5-й этаж. Здесь какие-то, короче, заныканные тачки дорогие. В чехлах стоят Porsche всякие. На велике, короче, самое то кататься. Мазерати. Еще какая-то хрень. Поршики стоят. Вон еще один поршик старенький. С ребятами выехали на покатушку. Сейчас у них перерывчик в магазинчик зашли. Я тут катаюсь пока по подземную парковку на минус 5-м этаже. Вот минус 5-й. Туда путь наверх. Какая-то, короче, подземный бункер. Прям можно гоночки устраивать. Но прикольненько. Потеряться можно, мне кажется. Ну-ка, сейчас проверим, сколько тут круг проезжается. Ну, здесь, я думаю, наверное, порядка, не знаю, даже метров 700, наверное. 400 туда, 400 обратно. Ну, может, поменьше, 350. Ну, скорее всего, где-то чуть побольше. Вот, короче, где можно кататься зимой. Здесь достаточно тепло. По крайней мере, плюсовая температура. Можно наяривать.